сказал. Показывает красивую часть. Ну и смотрите, какая гремучая смесь есть, в общем-то, в арсенале у Исмаила Мажиева. И тхэквондо, и кикбоксинг, и грэплинг. Ну вот, если это все объединить, то, в общем-то, можно добиваться больших побед. Ну, первый дебютный бой. И для того, и для другого. Для кого он станет победным, а для кого, увы, закончится поражением, это мы с вами скоро увидим. Вот такой подвижный у нас Исмаил Мажиев. И в партер обрушил он своего соперника. Хотя сковывает Исмаила Мажиева сейчас Юрий Давыдов. И пытается как-то улучшить вот это свое незавидное положение. Пытается встать, играет спиной о сетку. Вырывает, точнее пытается вырвать свои руки сейчас Исмаил Мажиев из объятий Юрия Давыдова. Даже успел провести один удар. И вот удары пошли уже один за одним. И секунданты кричат сейчас Юрию Давыдову: не спи, мне все отлично слышно. Ну, спать-то на ринге, в общем-то, тут никому не приходится. Время бежит быстро. Несколько ударов пропустил Юрий Давыдов. Но, тем не менее, руки чеченского борца он до поры, до времени сковывал и уже... Несколько мощных ударов пропустил. Сверху наносит удар за ударом сейчас Исмаил Мажиев. Одно остается Юрию Давыдову как-то защищаться. Он, в общем-то, как-то и защищается. Но пока не может улучшить свое положение. Более того, пропускает новые и новые удары от чеченского бойца. Вот так 18-летний парень тузит 33-летнего дядьку. Взаимные попытки там провести либо волевой, либо удушающий. Ну что, сверху уже оказывается у нас Юрий Давыдов. Выдержал он натиск молодого чеченского бойца. Замок на спине у Давыдова сооружает Исмаил Мажиев. Ну и вот пока, в общем, сковал руки Давыдова. Вот такие, такое положение. И сидя, Мажиев молодец. Не смог ни одного удара произвести, находясь в более выгодном положении, Юрий Давыдов. И снова на стиле ринга боец из Латвии. Ну вот так вот обхватил он шею и руку чеченского бойца. И все. Поднимает в стойку Александр Сидорин, рефери бойцов. И смотрим, что же будет дальше. Бой будет продолжаться в стойке. Или вот, например, Исмаил Мажиев снова проход в ноги и в партер. Удар скорее громкий, нежели мощный. Давыдов вроде бы захватил сначала Мажиева за шею, но вот теперь снова оказывается в не очень выгодном положении боец из Латвии. Ну хотя как, во всяком случае ударов он не получает от своего соперника. Пытается освободиться сейчас Исмаил Мажиев. Не знаю, поднимет сейчас Александр Сидорин бойцов в стойку или нет. Все-таки продолжит им биться в партере. Пока никаких особо активных действий не предпринимает ни один, ни другой. Оба пытаются освободиться друг от друга. Вот такая у нас сейчас идет борьба.
пару ударов все-таки успел нанести своему сопернику Исмаил Мажиев. Но руки держит Исмаилу сейчас Юрий Давыдов. Пытался там ногой в грудь своему сопернику упереться Исмаил, и все, гон. А вот давно у нас уже, дорогие друзья, не было перерыва. Юрий Давыдов против Исмаила Мажиева. Но я смотрю, все-таки, по-моему, Юрий Давыдов у нас немножечко подустал. Или мне это только кажется, но такие вот... немножко замедленные движения, хотя с другой стороны, может быть, это вот тот самый опыт. Сначала замедленные движения, ну а затем резкая вспышка, что, в общем-то, и произошло. Сначала удар ногой нанес Юрий Давыдов, ну а здесь сейчас захватил шею, но вывернулся у нас Исмаил Мажиев. И более того, снова перевел партер своего соперника. Снова такая вязкая борьба у нас. На стиле ринга. Исмаил Мажиев стремится занять более выгодное для себя положение. Один удар он своему сопернику нанес, но это, в общем-то, маловато. Никаких особых контрприемов, вот, на мой взгляд, все-таки не делает Юрий Давыдов. Да, он хорошо обороняется, он не позволяет своему сопернику наносить удары, но, как говорится, не более того. Ну что, вот так вот теперь. Снизу у нас Исмаил Мажиев, сверху Юрий Давыдов. Удастся ли бойцу из Литвы как-то использовать вот это положение? Но удары не получается, потому что буквально там прилип к своему сопернику Исмаил Мажиев. Поднялся уже Юрий Давыдов, он в стойке. Ага! Там немножко остановил. И все! И все! Вот вроде бы атаковал Юрий Давыдов и попался на болевой. Очень, конечно, сожалеет опытный боец, что вот так он попался на этот прием совсем молодого, 18-летнего.